В среду, 25 ноября, мы узнаем много новостей, которые потенциально повлияют на рынки. Узнайте о них детальнее в экономическом календаре Дугаскопе. С вами Моника Гибсон. Индекс потребления Швейцарии за октябрь, согласно UBS, будет оглашен в 7 утра. Он незначительно изменился в сентябре, поскольку рост розничного сектора остается ограниченным. Количество ипотечных апрувалов в Британии за октябрь станет известно в 9. Этот показатель неожиданно сократился в сентябре и теперь находится на минимальной отметке за 4 месяца. В час 30 дня по Гринвичу мы узнаем данные по заказам на товары длительного пользования в США за октябрь. В сентябре объем заказов сократился второй месяц подряд, поскольку небывалый рост был зафиксирован лишь в секторе капитальных товаров и продаж автомобилей. Число безработных в США станет известно в то же время. Первичных заявлений стало меньше на 5 тысяч к 14 ноября, повторных на 2 тысячи к 7 ноября. Данные по доходам и расходам частных лиц в США за октябрь станут известны в это же время. В сентябре оба показателя продолжали расти, но в более медленном, чем прогнозировалось, темпе. Индекс цен на жилую недвижимость США за сентябрь будет оглашен в 2 дня. Он вырос в августе и теперь находится лишь на 0,9% ниже максимального уровня, зафиксированного в марте 2007 года. Предварительный PMI сектора услуг США за ноябрь мы узнаем 2,45. В октябре он упал на 3 пункта ввиду слабого потребительского спроса и ограниченного роста бизнес-сектора. Показатель продаж новой жилой недвижимости США за октябрь будет опубликован в 3. Объем продаж в сентябре был меньше ожидаемого, на минимальной отметке за 10 месяцев. Финальный индекс потребительской уверенности, согласно Университету Мичиган, за ноябрь станет известен в это же время. Предварительная цифра говорит о восстановлении с минимального за 11 месяцев уровня, зафиксированного в сентябре. 9.45 мы узнаем данные по торговому балансу Новой Зеландии за октябрь. Торговый дефицит увеличился в сентябре, так как объем импорта из Китая вырос до рекордно максимального уровня. На этом завершается экономический календарь среды. Завтра мы ознакомим вас со сводкой новостей на четверг.